все заняты. Выходи, хватит там изживать яблоки, так, говорит. Так, так, надо подальше отпустить, потому что вот это вот двигать не будет. Курицу, говорит, сначала. Дураки, что ли? А тут яблоко спер втихаря. Лезет, лезет. Вылез. Не проблема. Иди ешь, не бойся. Ну, яблоко раз, и... Ну, там сейчас курицу лезет. Да там курицы достаточно. Шмякнется сейчас. Не шмякнется, а прыгнется. Эх, пацаны, и не стыдно, эй! Утащил курицу. Бегу, девка. Бегу, надо, бегу. Есть же еще. Вы что, деретесь-то? Еды, что ли, нет? Мы же не знаем, мы ехали без курицы. Вон курицы сколько хочешь. Вон. Сюда не голодные. Голодные. Просто они сутки же в пути. Чего деретесь-то? А пахнет вкусно. Курица. Вареная. Вот и все, вы деретесь. У нас никто не дерется, между прочим. Уже и мы больше не будем. Мы сейчас поймем, что еды хватит на всех. И не будем дерться. Мы сейчас поймем, что еда есть, и насытятся. Вы же раскинетесь. Брат, сестра, ну, что? Это нормально среди братьев и сестер разборки устраивать. Смотри, лапочка отрывает. Я знаю. Скоро будут бельчаты. Они скажут, не успеем выпустить. Будет время, если они уже. Уже не везде, уже не разбираются.